какой-то там просто в махе в каком-то в моменте. И потом отсюда такие, начинаете бежать. Вот сюда нужно прийти в готовую позицию, бах, и сразу начать движение после приема. То есть в этой позе волейболиста я готов к перемещению. В этой позе я ни к чему не готов. Давай. Уже! Я, блядь. Все, выходи. Давай. Нормально, только здесь-то... Зачем ты это в конце делаешь? Два же хороших было. Все, выходи. Нормально, Влад, развернись. Ты там замедляешься, вот здесь. Ты такой, о, мяч, и начинаешь замедляться, еще не дошел до него. Ты добеги вот сюда и вот здесь остановись просто резко, резко. Или быстро, или резко, не надо в полсилы бежать или красться. Давай, Сержан. Жан, вы никогда не примете, если вы будете руки вот здесь на ходу вот так соединять, потом с этими руками бежать, причем в другую сторону. Там связующий, а вы соединяете руки, бежите сюда и соединяете руки здесь. Вы добегите сюда, развернитесь и соедините руки здесь. Не по ходу, а когда уже пришел. Остановился, соедини руки. Соединяй. Беги, соединяй, да. Нормально, молодец. Давай. Быстрее. Нормально пойдет. Не катай. Три мяча, кто сыграл, сами сходите, принесите, положите. Под ноги не надо катать, Миш, не надо катать. Хорош. Да. Давай. Подожди. Готово? Это раз. Давай. Все, по последнему разу. Быстрее! О, хорошо. Нормально. Круг там нарисовал, блин. Через Каскелен поехал. Сейчас, вот. Сейчас. Готов? Мимо мяча прибегаешь, не видишь, где мяч. Не соединяй ты руки, пока не добежал. Потом не можешь дотянуться. Еще раз. Вы когда бежите, вы здесь руки соединяете, вы уже ничего не примете. Вы должны сначала добежать, даже если спиной, лучше лицом. Развернуться, встать, на две ноги встать. А потом руки соединить. Если вы бежите, не надо руки соединять. Давай. Да. Вот, намного проще, да? Вот, там также можно было сделать. Там также можно. Смотрите, хорошо бежишь, молодец, длинные шаги, это хорошо, но что плохо, теперь смотрите, не вот в этом вот движении, когда вы бежите, вы там руками машете, то есть в движении сложнее, нужно успеть с последним шагом вот здесь остановиться, как правило, справа это правая нога, прийти и встать просто, в момент, когда ты принимаешь, есть вот это полсекунды, когда вы стоите, эти полсекунды, когда вы мяч трогаете,
бах, и опять бежишь. Здесь опять бах, и опять бежишь. Останавливайся буквально на 0,2 секунды, чтобы принять. Во все остальное время двигаемся. Давай. Стой. Прибегай, стой. Ты еще не прибежала, уже стала останавливаться. Ты замедляешься, приближаясь. Не надо замедляться, надо бежать по максимуму, потом резко остановиться.